На первом заседании городской думы нового созыва депутаты утвердили заместителей главы Ульяновска. От приставок, исполняющие обязанности, избавились первый заместитель главы города Дмитрий Вавилин и Сергей Мишин и заместитель главы города по развитию городской инфраструктуры Александр Ермаков. Также в качестве заместителя главы города главы администрации железнодорожного района был утвержден Алексей Онищенко. В автопарк госавтоинспекции Ульяновской области поступило 7 новых патрульных автомобилей. Машины отправятся в отдельный батальон ДПС по Ульяновской области, подразделения госавтоинспекции в Димитровграде, Сингелее и Чердаклах. До конца года в автопарк госавтоинспекции поступит еще 50 новых автомобилей. Врачи, сотрудники культурной сферы и учителя Ульяновской области смогут рассчитывать на получение земельных участков на территории региона, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на 6 лет. По истечении этого срока специалисты смогут оформить землю в собственность при условии, что все эти годы работали по своей профессии и участок использовали по назначению.